Ну да, да, ага. Ну как же, как, да, как же без этого, Константин Петрович, как же без этого, да, да, ага, да. Мия, не давай ему поставить, нет, он опять наркоманить начнет, не смей, Костя, слей, Костя, у тебя опять воображаемые друзья появились, Костя, здесь нет воды, Костя, здесь асфальт, Костя, нет, здесь нет воды, Костя, молодец, вот Мия умничка, Костя, давайте будем начинать игру. Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию пиу-пиу снайперов в Майнкрафте. Мия, я, Мунстер и Константин Петрович. Идем прятаться. Вот. Да что ж то, подождите, как уже кто-то стреляет, если у нас сегодня 4 игрока, а не 5? Получается то, что на одно убийство меньше. Меньше выстрелов, меньше мяса, меньше размазни и всего остального. Как вы уже успели... Да, да, хорошо, хорошо, я... я... Подожди, как... Ура, 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 я тебя убью. Что? Ты где был? Ты где? Я за стенкой стоял, ты как меня убил? Я был в шоке, я сейчас думаю, все, мне хана. Ты был сзади... Константин Петров, Ты... А где ты изначально был, у меня такой вопрос, я тебя даже не видел. Ты здесь стоял! Ладно, короче, он на балконе, девушки, он на балконе. Вот, можете его ловить. Он сейчас на башне, а он спускается по лестнице. Если кто-то меня сейчас спросит, почему я палю Константина Петровича, если кто-то не помнит, что вообще было в предыдущей серии, Костя убил Аляшу с помощью... Нет, не Аляшу, а Никича с помощью команды. Поэтому месть такая, Константин Петрович. Ты что делаешь? А, нравится вам, вот... хорошо. Они надо мной также издеваются. Ты смотри. Так, дайте я вам включу день, чтобы было видно. Опа, опа. Пока Мия еще не убила Мунстер или Мунстер не убила Мию, ставь лайкусик прямо сейчас и подписывайся на канал. И напиши в комментах, хочешь ты новые серии снайперов. Если ты это сделаешь, я обещаю то, что мы с пацанессами запишем еще одну новую серию. К сожалению, нет Аляши, поэтому все какие-то молчаливые. Или Константин Петрович хоть... Ааа! Кому... Я как раз хотел ей дать подсказку. То есть она там, где я был. В общем, 1-0-0-0 выигрывает Мия. Мы играем до 3. Ты знаешь, что нужно делать, чтобы вышла следующая серия, а мы прячемся. Бегом! Мия, пожалуйста, не забирай мою золотую снайперку. Я тебя очень сильно прошу. Мия, я-то тебя... Могу подождать, я-то тебя подожду, а вот Константин Петровичка не смог подождать почему-то, Опа! Ай, подождите. Опа! Опа! Кто там нафунял? Кто там нафунял? Мия, это ты? Мия, я вижу... Потому что меня спалили в предыдущем раунде, я тоже спалю. Алло, не надо! Башка летающая, сними башку! Ой... Подавните, 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 я ничего не делал. На мосту. Кто на мосту? На каком мосту? Я не на мосту. Нету. А, ну, Б, Б, В, Г, Д, да, У-бу-бу. Так, короче, я знаю, где монстр. Я знаю, где монстр. Я знаю, да что происходит в этой жизни. Я не понимаю, кто откуда стреляет. На каком мосту, Константин Петрович? Да не путать, да кто стреляет? Чё вы меня пугаете? Ну, я могу сказать, но не хочу говорить. А, ну ты я не говори, не говори. Да, вот. Здоровее будешь, здоровее. Если ты спалишь Мию, то она тебе кое-что отрежет. Мы все прекрасно знаем, что Мия ему отрежет, но я не буду это говорить. Мия сама может сказать, если захочет. Но нет, слишком банально. Мия, что ты отрежешь Константинчику, если он скажет, где ты? Его язык. Язык, ну ладно. Я уже ожидал чего-то большего, но всего лишь язык. И что? Я не скажу это. И то самое, да, ты хотел сказать? Кто-нибудь убить их, да? И то самое. Опа! Я аж слышал, как она по столу шандарахнула.
Так, осталась последняя. Мус, ты смотри, как Мия уже научил... Алена! Господи, а почему это так смешно? Ты не знаешь, почему это смешно? Мия, ты поняла, да? О, боже, неужели? Не бей. Ладно. Ну, ладно. Ладно, хорошо. Ну, у меня много есть на языке, что можно сказать, но я промолчу. Следующий раунд. Дайте мне минутку на разговор. Хотя нет, не давайте, сами разговаривайте. Я вообще буду молчать на этом раунде. Вы любите молчать, поэтому я тоже буду молчать. У нас же такая секретная тактика. Тот, кто молчит, тот всегда выигрывает. Поэтому я буду молчать. Все молчим. Нет, я не молчу, вы разговаривайте. Разговаривайте, пожалуйста. Ну видите, они молчат, поэтому мне нужно разговаривать. Если я не буду разговаривать, значит серия будет просто 10 минут, 15 минут молчания. Все ж стесняются очень сильно, Эдисона. Все ж стесняются разговаривать со мной. Алена! Алло, 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 алло! Скажите что-нибудь, проверка связи, как слышно? Тут нет Алён. Алло. Ну ладно. Начнем с этого, хорошо. Так. Опа, она отомстил. Короче, следующий будет Мия. Мия, держись за кое-что. Ой, прям. Только не Мию, только не Мию. Смысл только не Мию. Мия, держись крепко. Мия, потому что профессионал. Опа, она. Вот как значит. Ай, ой. Ай, ой, 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 ой. Мия, иди сюда, обниму, так, не плачь. Спасибо, что... Что такое? Что такое? Что такое? Что такое, Константин? Что такое? Ты что-то хотел сказать, да? Короче, я знаю, где Костянчик, смотрите, сейчас на счет 3 я его вот завалю просто, завалю. У кого там телефон звонит? У кого там телефон? Алло, 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 мам, привет. Мам, скажи маме, я Кость не могу играть, я сейчас снайпера играю. Мам, подожди. Так где он? Вы мне скажите, где он? У тебя дома. У меня дома? Кать, у нас дома школьник какой-то, вызывай полицию. Алло, вы чё блоки ломаете? Теперь я боюсь. А да кто выстрелил? Это меня Муса пугает? Не смейте! Да хватит блоки ломать! Можно, конечно, ты пэхайся и смотри, конечно же. Это реально какая-то слишком долгая уже длинная игра, но у нас еще много раундов впереди, поэтому не перематывай, а лучше смотри предыдущую серию снайперов, подсказка сейчас будет на моей башке, вот прям просмотри, и если тебе было интересно, как девушки тащат. В этой серии тоже все тащат. Давайте, следующий раунд. О, да, да. Вы, походу, издеваетесь, я не успел даже раунд начать, чтобы вы понимали. Но раунд уже идет, 1-1-1-0, Константин Петрович, как всегда, на дне, можно так выразиться. Костянчик Петровнянчик. Я могу сказать, где я, вы можете мне сказать. Подождите, скажите, пожалуйста, да, скажите, пожалуйста, кто меня убил, если не сложно. Ты? А где? Подожди, как ты меня отсюда? А где? Ты там была? Я вот так спустилась. Ты вот тут был. Ладно, хорошо. Прекрасно. Окей. Да кто? Куда? Подожди, кто? Так, хорошо. У нас уже куча жертв в этой серии. Константин Петрович... Костя, ты знаешь, что здесь нельзя прятаться? Чё? Как, почему... Где? Почему... Ты где спрятался, Костя? Костя, ты что делал? А как... Реально нельзя? Нет. Я дисквалификация! Первый раз! Подождите, я сам... Дисквалификация! Всё, дисквалификация! Дисквалификация в этом раунде Константина Петровича. Следующий раунд, Костя, дисквалификация. 2-1-1-0. Мия лидирует. Готовьте ваши промежности между глаз, потому что моя снайперка в этом раунде выходит просто на самую лютую охоту.
Готовьтесь, готовьтесь. Мия, значит, лидирует. У нас 2-1-0-0. А чтобы вы знали, просто я вам сразу скажу то, что Константин Петрович поддается Мие. Он сказал то, что Мия должна ему заплатить 4 алмаза, и тогда Константин Петрович сам себя убьет, ну, в плане упадет куда-то. И в принципе... И выиграет этот... Кто убил кого? Так, монстр умерла, а кто монстр убил? Опять Мия, вот просто... Да кто? У кого там... У кого там кружки падают? Чё это? Чё это было? Я уже... Да! Я убил Мию! 2-2-0-0! А, нет, 2-2-1-0, извиняюсь, 2-2-1-0. Ладно, последний раунд или не последний, возможно, монстр выиграет. Потопали. Я закатываю рукава, как обычно, потому что нужно напрячься в этом раунде. Если я проиграю, то у Мии будут примерно 95% шанса, чтобы она выиграла. А я, конечно, это допустить не очень так хочу, потому что если это произойдет... Вы знаете то, что я корону... Профунькаю в этой серии. А мне не хочется! С кем нужно договориться про что, Константин? Алена. Мия, ага. я тебе куплю кофе в следующий раз на каком-то мероприятии. Мне кажется, Казин Петрович только что весь микрофон обсунявил. Ваш он умер вообще, настолько испугался. А где он был? Точнее, где вы были? А, сейчас спалю. Б, В, Г. Я тебе дом спалю. А, не смешите, пожалуйста. Нарушение закона РФ. Признавайтесь! Сюда. Признавайтесь! Как всегда, в одном и том же месте. Нет. В смысле, в одном и том же, это где еще? Ну ты понял, в каком. В котором она всегда. Да в смысле, это где рядом еще? Рядом с ней находится еще один человек. Чё ты меня обманываешь, Константин? Ты, никого там нет. Я там вообще-то там был только что. Я только что ну, был там. Замолчи. Да все тихо, да, вот именно. Кикните кость. Раскудахтался просто, Константин Петрович. Так, смотри. Я поняла. Так где? Я смотрел в одну сторону, где ты была в прошлом раунде, а ты с другой стороны, да, была в этот раз? Да. Чё ж то за невезуха-то такая? Я учёл твои ошибки. Ааа, так нечестно. Ну а теперь ты тут нагрел. Монстр, выиграй, пожалуйста, монстр, пожалуйста, выиграй, монстр. Так, а где Мия? Вы в темноте играете, если что. А вот, Костя, я сказал, вы в темноте играете. Здесь я. Ладно. Я ладно. Знаю, где Мия, я знаю, где Мун. Да ты... Мне показалось, они были рядом. А, не, а. Ой, Мия, это я лазил, не переживай. Да хоть меня толкать, Константин Петрович, невидимости. Можешь... Кто же выиграл? Идите тут. Ставки на... Монстр, ты чё просто, ты чё делала? Монстр! Долго у меня не забирали мою корону снайперов. И Мия, я сейчас официально вручаю ее тебе. Просто официально, но это еще так же не все. Ладно, так уж и быть. Мия, Мия, Миюшка! Все дружно в комментах, мы прямо сейчас должны поздравить Мию с тем, что Мия заняла первое место и стала королевой. Извиняюсь, даже не королем, а королевой снайперов. Мия, смотри, что я тебе сейчас выдам. Держи. Золотая снайперка. Можешь поднять. Опа-на! Ах, у меня обычная снайперка. Ладно. Ага, конечно. Что, га, конечно? У меня обычная. Такую же делай. Не, честно, у меня обычная просто. У вас еще она не обновилась. У меня, честно, обычная. Ну ладно, ладно, все, я тогда просто возьму ножик в руку. В следующей серии она будет обычной. Ребятки, ставьте лайкусики, если хотите следующую серию. Если мы прямо сейчас наберем много лайков, она обязательно выйдет. Поздравляем все дружно в Мию!
Спасибо большое! Забирай свою корону и проваливай отсюда! Спасибо всем, всем удачи, всем пока. Лишили короля короны. Вообще. До следующей серии. Печально это все.